Это циклик, я не боюсь, надо, что не сейчас я Сереже. взлечу, резко взлечу, а потом он так окажется, у него либо крутится, я выебу. Сразу хлопнул бар. Не, вот стой. Чувствительность надо убавить, наверное. Ну это нормально. Погоди, не взлетай. Борис, поднимай, не бойся. Ну плавай, сейчас чувствительность у тебя маленькая. Совсем. Вот вторая 3G взлетела в Кузьминском парке. А? Ну, садись на траву. Как страшно, блин, кого-то первый раз. Нормально, нормально. А что тебе расход? Ну а ты-то первое впечатление скажешь, в отличие от Хана? Блин, я пока не понял, честно говоря. Тоже не понял. Не, надо полетать хотя бы. Сейчас что-то поставить надо делать. Ну что надо сейчас? Вау, сюда, сюда. На резинку. Как на резинку, значит маленький. Последний. Обороты маленькие. И обороты маленькие. А как проверять там действительность по элеронам, по элевакам? Так и ветер сейчас упрямит. Не, ну резкие движения влево-вправо такие же. Сейчас нормально, просто с ухам он возбуждаться начинал. Так, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, то же самое, как с хвостом. Ну, у Хама у него ДВС там сложнее вибрации поворотить. Переставили сенсор назад, сверху. Снизу убрали его вверх. Если большой, как и был, вот сейчас он будет. Все это всегда. Давай к третьему поиграем.
надо настраивать еще. Какие-то режимы. Кто у нас летает с движением?